Вы смотрите на ТВ в студии Мария Железцова. На этой неделе прошла инспекция на космодроме Восточный, который вот как раз строится. И Дмитрий Рогозин заявил, что в будущем на стройку отправятся студенты, а, а именно бойцы студенческих отрядов. Сегодня мы решили побеседовать с руководителями наших тагильских студенческих отрядов. Максим Лебедев у меня в студии и Екатерина Чекмарева. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, правда, студенты отправятся на стройку, на такую масштабную и крупную? да, действительно, есть такая информация, есть много материалов в интернете, что хотят бойцов студенческих отряд отрядов отправить на работу на космодром Восточный. Угу. Правда, пока еще неизвестно, будут ли это бойцы студенческих отрядов в Свердловской области, но. Угу. А каким образом выбирают тогда студентов? Обычно ведется рейтинг студенческих отрядов, угу. и то есть чем стройка, так сказать, престижнее, угу. тем выбирают отряды. Лучше, так. Можно так сказать, да. Ну, космодром действительно престижная стройка. А Она как... масштабная. А какие еще объекты, вот в каких участвовали бойцы из стройотрядов? У нас есть такие всероссийские стройки, как... Академические. Академические, которые проходят в Екатеринбурге. Угу. Баваненково, это северный край наш. Угу. Поморье стройка. И, и везде отправляют студентов, да? Да, конечно. А для этого... Приходится получать специальное образование или что? Как инструктаж проводят строительные или они просто выполняют такую незначительную работу? Всегда проводят э, профессиональное обучение у строительных отрядов. Mm -hmm. То есть во время учебного года приезжают какие-то специалисты, проводят мастер-классы, сказать лекции, mm -hmm. и ребята учатся, стараются mm -hmm. и потом едут строить. Получают корочки по окончании, да? По окончанию, да, да каких-либо курсов. Какие еще есть студенческие отряды? Также существуют э, проводниковые. ну у нас конкретно в Тагиле существует три направления: угу. проводниковые студенческие отряды, педагогические и строительные. Угу. Каждый получает в конце по окончании корочки или нет? М нет. Нет, не каждый. В основном корочки это подтверждение твоей квалификации. То есть они у строительных отрядов, угу. у педагогических отрядов это у них основная работа. Летом они вожаты в детских лагерях. Угу. А отряды проводников это ребята проводники, которые работают летом, угу. на поездах. Вы в каком отряде? Я был в строительном отряде. Угу. А вы? Я в педагогическом. То есть вы вожатой ездите? А да, вожатой ездила уже воспитателем расту. Как вы вообще попали в студенческий отряд? Это такое мероприятие, ну мне кажется, то есть ты записался в студенческий отряд и все, в течение всего срока обучения ты должен в этом отряде состоять, помогать. Как вы к этому пришли? Записаться здесь нельзя, у тебя должна угу. Выбирают еще самого лучшего кандидата? У тебя должна, во-первых, распол... быть расположена душа к этому mm. направлению. Ты приходишь, ты сначала варишься в этой каше такой неизвестной, и потом, если тебе уже это понравилось, затягивает, ты, конечно же, остаешься. Mm -hmm. Но есть такие случаи, когда ребята уходят, но именно задача нас, задача уже бойцов, направить их в нужном направлении. А как проверяют, насколько человек хочет быть в, стро... в студенческом отряде? Проводят ли кастинги какие-то или ну, нет? Ты записываешься и уже в ходе работы тебя проверяют? У нас в Тагиле кастингов особо не бывает. Отряд — это такая атмосфера дружеская всегда обычно. Вот я когда туда попала, uh -huh. мне было очень здорово, приятно находиться среди девчонок, ну, поскольку у нас женский педагогический отряд, находиться среди девчонок, которые поддерживают не только в, в работе, но также и просто в жизни. И... Uh -huh. Я думаю, как и я, множество девчонок, таких же, как я, студенток, обрели друзей в студенческих отрядах. Вы сами записались или, ну, или нет, вас позвали? Ко мне обратились за помощью так коварно. Позвали меня, попросили помочь поставить танец, поскольку я ими увлекалась этим направлением хореографическим, то я пришла на помощь, готовая такая помочь всему миру. Ну и все, и затянула осталось. А руководителями, когда становишься? Главным руководителем у нас э, в области принято ру руководителем становиться при наличии двух целин. Двух mm -hmm. целин, то есть это выезжаешь, два раза работаешь, и тебе... Два года получается. Да, два, пройти. Года. Mm -hmm. два года. А целина это как раз э, лет летом, когда работают. Да. Да? Да, это да? наш летний трудовой семестр, когда ребята выезжают, так сказать, на целину, mm -hmm. на работу. И все. И все, два года прошло, как бы ты ни работал, становишься руководителем или ну, нет? Конечно же, нет, это такая выбор, э, выборная должность, это потому засловий. что... Сначала э, ты можешь стать э, командиром или комиссаром своего отряда, где ты раньше был. Угу. То есть тебе опять же должны доверять ребята, тебя должны выбрать. Угу. А среди студенческих отрядов разных областей, разных городов э, есть такая вот конкурсная нотка? То есть соревнуются они друг с другом? Да, конечно. Ведется рейтинг отрядный, mm -hmm. то есть там множество всяких номинаций, конкурсов, мероприятий. Также ведется оценивание, как ребята работают, то есть их соцобъекты, летняя работа. И mm -hmm. То есть это все ведется, это учитывается и в конце года на слете начинают уже рассказывать, подводить итоги. Летом вы работаете, получается, а остальную часть года чем занимается студенческий отряд? Остальная часть года у нас в отрядах называется под год период Uh -huh. То есть это период, когда мы в учебное время проводим какие-либо мероприятия или акции. Обычно это происходит либо в наших вузах, мы помогаем uh -huh. в организации мероприятий, либо на уровне города. Например, у нас есть такие мероприятия, как продвижение, наверное, слышали. Участвуют все вузы, от каждого вуза команда uh -huh. и такой небольшой квест по городу, соответственно, с исторической справкой. Студенты бегают в буквальном смысле по историческим каким-то объектам угу. и как можно быстрее. Плюс к там какие-то интересные задания еще добавляются. Ну то есть активно время проводите. Очень а... активно. На учебу то время остается. Вот, вот как так. раз таки вот здесь я уже говорила, что отряд это коллектив, которым помогают не только во время работы, также во время учебы. Шпаргалки помогают заниматься. Ну, может быть, скидывает какой-то материал, если так вот. На самом деле время остается. Нужно просто его правильно планировать и организовывать себя, потому что если человек, он... Чем больше человек занят, тем у него будет больше мотивации и больше старания. Потому что если ты будешь просто лежать и... Лежать. Плевать ага. в потолок, так сказать, то ты будешь лежать, ты не будешь развиваться. Ну а вообще, что дает студенческий отряд и участие вот в этих всех мероприятиях по окончании? Вы закончили институт, как это вам пригодится? Самое главное ⁇ это память. У угу. нас есть э, подразделения такие, кандидат это, когда ты только вступил в отряд, боец, когда отработал уже целину или две, угу. и когда ты отработал три целины. Или более это считается старик. Вот, Скоро мы тоже станем, надеюсь, стариками. И стариков мы очень уважаем, любых отрядов. Мы их всегда приглашаем на наши мероприятия. Например, у нас ежегодно проходит мероприятие городской слет студенческих отрядов в ГДМ. И туда мы приглашаем наших стариков. Поэтому отряды это прежде всего для меня память. А для вас для себя, Максим. Это очень хороший такой интересный вопрос. Как-то на досуге я сидел и думал, что же мне дают студенческие отряды. Я учусь в институте еще по специальности строительства, и я как раз был в строительном отряде. Угу. То есть это пригодится по профессии? Это... Точ точно пригодится, да. Потому что когда мы выезжали на работу, угу. то, во-первых, это практика необходимая. Во-вторых, общение с начальством, с руководством. То есть так как ты заканчиваешь институт, то гипотетически угу. ты будешь управленцем. Ну, все, все получится, конечно. То есть нужные связи, опыт работы, все будет по окончанию. Самое главное, это опыт работы, да. И то есть, вот сейчас, когда мы работаем во время подгод периода, это организационные какие-то моменты, это какие-то документы. Я верю в то, что нам это пригодится. Ну, это очень хорошо. А материальный аспект. Насколько я знаю, вот летняя ваша работа, она оплачивается. Приносит ли это столько денег, сколько можно было бы заработать летом в городе где-нибудь, например? Это очень, скажем, для нынешней молодежи это важный такой аспект. Да, действительно, работа оплачиваемая. Правда, у отрядов разных специальностей, разного направления стоимость разная, то есть mm -hmm. стоимость работы. Вот. Деньги. Кто больше всех получает? Проводники. Mm -hmm. Вот. Деньги можно заработать очень хорошие. Например, я скажу то, что на какой-то стройке заработать такие деньги очень тяжело потому что ты пока без специальности ты без опыта работы и угу. мало кому ты нужен студент который идет там просто на два месяца хочет поработать вот и отряды этим очень сильно помогают ну и самое главное это атмосфера ну еще называют вот эти студенческие отряды вы как семья все дружите и во время учебы и в свободное время некоторые даже считают это так называемой сектой вот что вы об этом скажете? Насколько я знаю, люди так трепетно относятся вот к, к тому, что они состоят в этой группе. Да, да, да. И если вдруг кто-то хочет уйти из группы, да, выйти из студенческого отряда, то к нему все так пренебрежительно относятся. Не хочу сказать, что все пренебрежительно относятся, потому что это уже дело лично каждого человека, и все люди разные. Угу. То, что называют отряды с сектами, это знаете... Ну, вы вот, знаете, групповая песня, гимн Зачастую об этом вот говорят вот сами отрядники в шутку между, между собой. Ага. А те люди, которые как бы, они не варятся в этом движении, они этого не знают, для них, конечно, это немного странно. Но опять же, судить о том, чего ты не знаешь, лучше таким не заниматься. Поэтому приходите в отряды. Но нужны ли эти все атрибуты, вот эти гимны, вечные, э, я не знаю, напутственные слова, когда все собираются, и один должен сказать какую-то э, речь ответственную? Или Но... у вас есть нашивки, вот эти куртки, символика вот эта, она действительно помогает? Отрядное или... движение, оно зародилось уже очень давно. То есть российским студенческим отрядом уже 55 лет uh -huh. было юбилей в этом году. Свердловскому областному студенческому отряду 50 лет, которые праздновали юбилей в прошлом году. То есть огромные традиции мы mm -hmm. чтим эту память и все вот эти, вот, так сказать, нюансы и атрибуты? Все вот эти вот атрибуты, они необходимы, и мы просто продолжаем. Mm -hmm. Что касается нашивок, мне я никогда не состояла в студенческом отряде. Мне непонятно. У некоторых людей полностью вся куртка обшита, что это все значит. Ну, существует очень много разных нашивок. Uh -huh. Давайте начнем с главных. Вот эти. Ваши. Вот у нас Что есть это? надпись Свердловский областной студенческий отряд. Uh -huh. Это принадлежность к Свердловскому студенческому областному отряду. Все понятно и логично, uh -huh. пока, да? Дальше ниже называется лычка. Uh -huh. У нас здесь вот две галочки. У простого бойца одна, поскольку мы штабисты главные, uh -huh. то у простого бойца одна галочка. Также Обратите внимание, вот сюда, вот. Uh -huh. Я комиссар, а Максим командир у нас. Также кто, кто существует старше? еще. А у нас равные uh -huh. права. В каждом отряде есть комиссар и командир, uh -huh. и у них права одинаковые, но обязанности разные. Именно этим, я uh -huh. думаю, мы отличаемся от любой другой организации, что у нас есть два человека. Например, я как комиссар отвечаю за мероприятие, а Максим за документацию. Uh -huh. Ну, это один из примеров. Что касается, что вся курточка, например, угу. в разных нашивках. В разных нашивках. Да, мы, к сожалению, не в тех курточках, чтобы продемонстрировать. То не, есть у вас не несколько? У нас их а. две. То угу. есть свой, своя родная. Это в какой отряд мы пришли изначально. И вот это вот, ну, это штабная уже. Угу. Да. И то есть здесь вот еще будут такие ниже нашивки. Это здесь будет написан э, объект, где ты работал, название отряда. Год указан, это называется годичка. То есть, и чем больше у тебя, конечно, годичек, тем у тебя больше выездов на целину и больше вот таких узначков. Mm -hmm. Вот этот один значок означает, что ты прошел одну целину. Ну да. То есть а, обжиться можно, обшить всю куртку спустя там, пять лет обучения. У нас есть такие люди, ветераны нашего движения, у которых очень-очень много прошедших целин. Mm -hmm. и Я не как... рассказываю, это был их сражениях. Да, Я на самом деле они совсем Моя вторая молодые цель, еще. Но очень уважаемые люди. А как вы думаете, вот сейчас набирают популярность студенческие отряды в нашем городе или наоборот? Как сейчас обстоят дела? Много ли желающих в институтах? Вопрос этот очень актуальный, очень такой болезненный. Мы к нему достаточно трепетно относимся. Сейчас на самом деле наша целевая аудитория это студенты высших учебных заведений. Конечно же, есть исключения. То но... есть еще кто? Школьников? Нет, не школьники, а, а в основном... Средние чаще специальные се... Да. Угу. Ребята из техникума бывают. Вот. Наборы сейчас студентов реально уменьшаются. Угу. То есть, например, буквально за пять лет наборы упали процентов, наверное, на 40. Угу. То есть первокурсников сейчас меньше становится. Так как я студент Нижнетагильского технического института, я знаю, сколько сейчас там первокурсников находится, там их чуть больше 100 человек. Угу. Конечно, выбор есть. Но, опять же, тебе нужно... А с ребятами сработать, их завлечь, и самое главное, их оставить потом. Uh -huh. То есть потому что могут ребята прийти скажут, что это такое, мне не понравилось, я ухожу. Ну а среди вожатых, я тоже слышала такую <per> историю. Есть ли соперничество? Вот во время работы в лагере приезжают из студотрядов ребята и обычные студенты педагогических вузов. Есть ли соперничество? Но я могу сказать на примере своего отряда, я uh -huh. была в, раз в студенческом педагогическом отряде. На примере этого отряда я могу сказать, что мы, когда приезжаем в лагерь, мы всегда взаимодействуем с другими ребятами, неважно откуда они, мы всегда uh -huh. делимся своими методическими заготовками. Поскольку вот в этом году мы, когда ездили, приезжали девочки совсем необученные, боялись просто детей. Uh -huh. Мы, конечно же, всем коллективом сплочались обучались все вместе, потому что лагерь это, опять же, такая отдельная сфера, когда туда приезжаешь, получается все равно что-то отдельное такое. Ну, и там нужно жить. Я помню вот эти истории, ребята из студенческих отрядов, и у них там три раза в неделю собрание, если ты вдруг пропустил собрание, опоздал где-то, то тебя очень сильно ругают. То есть у них строго все организовано. Там это дисциплина, да. Есть такое. Например, то есть нельзя ни один слет прогулять вдруг что неотложное обстоятельство. Нет, конечно же, есть какие-то адекватные причины болезнь uh -huh, uh -huh. или еще какие-то по семейным, может быть, обстоятельствам. Но у нас такая серьезная организация достаточно, что прогулы просто так мы не допускаем. Uh -huh. Конечно, это может быть кого-то и пугает, но когда ты попадешь в отряд, ты поймешь, почему это и сам не захочешь опаздывать, поскольку опоздание это ну, не плюс в, в сторону твоей личности, так скажем. Угу. Какие вот вы уже по прошествии трех лет можете сказать, что вы приобрели в студотряде? Ну, какие-то навыки, может быть. А что улучшилось? Знания профессии или стали коммуникабельнее? Вот как это для вас? Чем пригодилось? Во-первых, организованностью и дисциплиной. Угу. Знания, профессии, я не как бы не могу сказать то, что я много знаю, но просто я приобретаю какие-то навыки постоянно. И для меня это очень интересно. Что еще необходимо? Коммуникабельность, да, это такая вещь, кото... без которой как, будет очень тяжело. Угу. Ну, то есть интровертам в вашей группе тяжело... лучше не идти. Я интроверт. Да? <свяк> <свяк> Раскрепостились. Не то, что раскрепостился, я раскрепощаюсь тогда, когда это нужно. Угу. Когда требует <свяк> ситуация, тогда я раскрепощаюсь. Угу. Вот, и что еще мы приобрели, так это навыки работы с людьми то есть когда ты работаешь именно в отряде ты в каком составе командир например то в твоем подчинении есть например 12 человек с которыми uh -huh. нужно совладать uh -huh. у всех свои проблемы у всех свои заботы свои интересы да и все в принципе разные люди uh -huh. ты должен с ними общаться и у вас есть какой-то план который вы должны выполнить работу и потом это будет спрашивать уже с тебя. А кто э, организует план вот, на год, например, мероприятия, какие будут по тематике, сколько будем проводить м, там праздников, акций, концертов, кто этим занимается? Ну, на разных уровнях по-разному. Например, э, начнем с самого верху, всероссийское, да, что-то, у них есть свой план, uh -huh. они его спускают ниже, в область, область спускает нам, и, соответственно, у нас в Тагиле тоже есть свой план. И у каждого отряда тоже есть свой план. Uh -huh. И мы вот это все кооперируем вместе, и у нас получается один годовой план. Вот так. Ну, обычно ребята сами придумывают мероприятия. Мы в начале года, в сентябре, собираемся, спрашиваем, как у них прошли uh -huh. рабочие целины. Ой, целины, господи. Как, как целина прошла, спрашиваем. И потом уже все вместе накидываем, что, чем бы они хотели заняться, проще говоря, uh -huh. так. Раз эта система такая большая многоуровневая, кто самый лучший вот, боец из студенческих отрядов? А в Тагиле, в Свердловской области, в России есть у вас такой один герой, на которого все равняются? Вот смотрите на него и действуйте, как он. Есть очень уважаемые люди, которые добились uh -huh. за свое пребывание в этом движении, больших успехов и достигли больших высот. Каждый год мы проводим такое мероприятие, оно называется Слет. Угу. Мы подводим там все итоги прошедшего года. И на нем каждый год выделяем лучших из лучших. Угу. Кто в этом году лучший? Или нет одного такого главного? У нас лучший командир в этом году, это Максим. Угу. А лучший комиссар это Катя. А, ну то есть... Именно, наверное, поэтому нас выбрали в штаб, и мы там работаем. Лучший боец у нас. Лучший боец был в каждом отряде свой. Да, свой. И все вроде. Лучший отряд еще выбираем по да. социальной значимости. По комиссарской деятельности. По комиссарской, да, деятельности. И вообще лучший в Тагиле. Угу. Лучшим в Тагиле у нас в прошлом году осталось Павловеста. По комиссарской деятельности ССО «Родник» и по социальной значимости ССО «Русичи». Угу. Всем досталось по награде. Наверняка с таким количеством разных поездок, и Целинова у вас не первая уже, истории интересные вот из жизни отряда, какие-то смешные случаи. Вот хочется чего-то такого жизненного узнать. Это такие частные случаи. Да, которые мы рассказывать не совсем имеем право на это, потому что это отрядные тайны. Тайны даже. У каждого отряда есть какие-то свои тайны, и их понимают только вот именно вот люди из этого отряда. Вот, например, вот мы бывает с Катей не понимаем друг друга. Uh -huh. может, <сёк> да, что давай. конкретно за гранью вот что друг у друга не понимаете какие-то шуками ну, отряда свои какие-то традиции я uh -huh. например рассказываю что вот у нас такая традиция конечно подробности не вдаюсь поскольку все равно uh -huh. какая-то скрытость должна быть по Ну, может а быть... он не понимает этой традиции, например, говорит, зачем <с она вообще нужна. То есть споры все равно возникают. Может быть, есть какие-то универсальные среди студенческих отрядов истории? Ну, не знаю, например, отправились вы в лагерь, и один человек опоздал, и весь отряд его ждет, или что-нибудь такое, вот бытовое. Ну, У нас в этом году было так, что одна девочка, она очень хотела поехать с нами в лагерь, но по семейным обстоятельствам, даже не по семейным, если я не ошибаюсь, по учебе она учится на музыканта, и там все так серьезно ее из-за из экзаменов да у нее нет возможности досрочно сдавать угу. и она приехала на три дня позже угу. и она приехала и мы как бы ну и оставайся и она с удовольствием осталась и на второй смене также она приехала тоже в гости и как раз уехала другая вожатая подождите она осталась работать да на первую смены. смену да а на вторую смену она опять же приехала в гости а другая вожатая заболела как раз вот прям, uh -huh. как будто специально. И она тоже осталась работать. Uh -huh. И так как мы уезжаем только на две смены, а в лагере вот конкретно в Зеленом Луге три, uh -huh. то ну, была возможность еще на третью поехать. И она поехала на третью Почему? уже на полную работать, потому что ей настолько понравилось именно в этом лагере работать. Мам, я поеду к ребятам в гости и останусь на три месяца. Да, я тоже ездила на третью смену как бы в гости, но все равно поработала немножко, потому что без этого ну никуда. Интересно. А у строителей есть какие-то такие инициативные ребята, готовые все лето действительно проводить так? Я не буду говорить, кто это. Это вы. сам узнаю. Да, конечно же, есть такие ребята, которые очень сильно хотят работать. И в основном все отрядники хотят работать. Мы все с нетерпением уже ждем нашей целины, потому что мы хотим чего-то нового. Хотим, опять же, чего-то старого, той mm -hmm. атмосферы, собраний. Ну и, конечно же, сама работа, она сближает, и ты чувствуешь ответственность за другого человека. И то есть, если приведу простой пример. Вы несете какую-нибудь тяжелую вещь. Угу. Ты знаешь, если ты сейчас его отпустишь, прибьет у тебя его. Ты делаешь все, чтобы не отпустить. Угу. По вашим рассказам, вот действительно складывается ощущение, что а, бойцы студенческих отрядов, вот вся их жизнь посвящена именно этим отрядам. На что остается время? Чем еще, может быть, увлекаетесь? Хватает ли, есть ли другие хобби? Ну, я, например, являюсь Волонтером. Но ну, я в своем городе когда-то была инициатором э, создания молодежной организации. Потом мы ее немножко переквалифицировали, и теперь я являюсь членом молодежной организации Молодая Гвардия. Mm -hmm. э, достаточно серьезная организация. И в свободное свое время, когда я уезжаю домой, иногда в верхнюю Салду. Mm -hmm. я занимаюсь мероприятиями именно от верхней ну, э, от отдыхая оттуда отряда да. занимаетесь другой отрядной деятельностью ну, в своем городе все равно тоже хочется что-то сделать тыгил конечно же тоже стал более менеенее родным таким не хочется отсюда уезжать здесь здорово но и в своем городе верхней солге хочется и Что-то сделать, особенно для тех детей, с которыми мы взаимодействовали уже несколько лет. И приезжаю, они растут, <рес> и это так здорово, что не хочется их бросать. <рес> здорово. <рес> У вас есть хобби, увлечения какие-то помимо студенческого отряда? Я очень сильно люблю спорт. Я никогда не занимался профессионально, я все делаю на любительском уровне. Люблю играть в футбол, в хоккей, <рес> в шахматы. Ну, вообще во все виды спорта, как бы, они меня очень привлекают. Какой-то такой еще активной деятельностью, помимо студотрядов, я не занимаюсь, большое внимание стараюсь следить учебе. Кстати, вот как преподаватели относятся? Нет ли такого, что ваш студотряд отнимает все время, вы не успеваете, там, вы где-то меньше занимаетесь, чем могли бы? Как я уже говорил, то Они что. Они положительно относятся. Это зависит от людей. То есть, вот как человек себя поставит, как он будет себя вести? Если он будет реально заниматься, учиться, uh -huh. если будут преподаватели видеть, что он старается, то они будут к нему относиться хорошо. Конечно, бывают э, разные ситуации, бывают какие-то недопонимания, но, по крайней мере, мне всегда помогали, чтобы наш отряд отпустили летом на работу. На uh -huh. но... То есть наоборот, есть какие-то привилегии? Нам помогали, да. Uh -huh. Чтобы мы выехали. Потому что это все равно престиж как бы института, университета. Угу. То есть они заинтересованы, получается, да? И поэтому есть некоторые поблажки. Не поблажки, а именно помощь. Какие да. у вас планы на вот ближайшую целину, на следующее лето? Кто куда отправится? Уже, ну, уже запланировано? Наш отряд запланировал, и поскольку я являюсь все равно какой-то частичкой отряда своего, я с ними поеду на целину, надеюсь, мне ее засчитают. Угу. Поедем мы в Зеленый Лук. Это недалеко от Алапаевска, под Артемовском, проще, да, сказать там ближе. Uh -huh. То есть вы всем отрядом? Да, в один выезжаем лагерь. в один лагерь. Как правило, подальше от дома, как Максим уже говорил, чем дальше, тем лучше. Uh -huh. А вы, Максим? Uh -huh. Есть uh -huh. уже плоды на лето. Командир моего прошлого, моего предыдущего отряда ищет сейчас объект. У нас, конечно, мы с ним общаемся постоянно, и у нас есть такое тайное желание уехать на север, mm -hmm. либо на юг, но лучше mm -hmm. на север. Потому что первый год мы именно был на севере, мне там очень понравилось. Это дух единства, сближения, и именно вот там я понял, что, что вот это вот приятно? единое целое. То есть там реально, там очень много человек же на севере, и всем реально не важно, кто это такой. А вот есть вот 16 человек, которые там, угу. вы все вместе, вы все заодно. Угу. А на космодром хотите отправиться? Так, честно. Честно, это очень интересный проект. Была возможность, бы возможность, да, поехали. А можно вообще так инициатором? А вот я хочу поехать на космодром, возьмите меня. Так может быть, если даже выбрали не вашу область, например? Сказать, конечно же, можно, но опять же, это будут уже решать люди, которые стоят выше. Угу. И они уже будут говорить: достоин ты или недостоин, поехать туда? Угу. Ну, будем надеяться, что. Все-таки ваши мечты и целина пройдет успешно, мечты осуществляться. Если вдруг все-таки отправитесь на космодром, я желаю вам удачи. Спасибо. А, спасибо вам за интервью, очень интересная беседа. Нашим телезрителям я хочу напомнить, у нас в гостях были руководители студенческих отрядов Нижнего Тагила Максим Лебедев и Екатерина Чекмарева. Оставайтесь на Тагил ТВ, впереди много всего интересного. Смотрите.